Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Лев, Лео, ты в эфире. Наконец-таки я запустился, что я ОБС хандрил. Непонятно, что он хотел, правда. Вот, ну вроде как все нормально. Это хорошо. Сегодня мы с вами начнем проходить Mirror's Edge Catalyst. Я наконец-таки себе купил сегодня видеокарту RX 580. У нас сегодня стрим будет одновременно и тестовым. Посмотрим, как себя показывает видеокарта, как она работает. Надеюсь, что все будет нормально. Почему OBS так сильно загружен, мне непонятно. 7% жрет. Ну ладно, начнем. Приветствуем, бегущие. Вот три совета от разработчика DAS. Атаки сверху, с тросов и трапеций всегда наносят больше урона. Искажатель отлично вырубает камеры слежения. Разблокируемые приемы движения очень пригодятся в зданиях на время. Это хорошо. А как найти... Как начать новую игру? Не совсем мне понятно. Так, подожди. Это мы из тюряги. Не совсем мне понятно. Что за бред? Где начало игры? Это не начало игры. Абсолютно не начало. Это что? Назад. Вот. Новая игра. Все, погнали. Быстрый разворот очень полезный навык. Приобрести его можно на экране развития. Так, в городе зеркал правит конгломерат. Все обычные граждане втянуты в добровольное рабство, в бесконечную гонку за статусом и богатством. Статус and wealth. Но кое-кто из них решил жить вне системы. Бегущие зарабатывают на жизнь доставкой посылок и кражами. Крыши города принадлежат им. Пока они не противостоят властям в открытую, конгломерат смотрит на их проделки сквозь пальцы. Это равновесие длилось почти 20 лет. Скоро все изменится. Лежать быстро! Фейт, мне страшно. Так, Фейт, это я. Я буду бегать для тебя, Доган, но Ной не должен. Ты должна мне много денег, Фейт. Я жду, что ты выполнишь обещание. Фейт! Кэт! Вы где? Каждый новый день — это ваш шанс. Вы можете потратить его зря. Я похорошела. Вы можете посвятить его саморазвитию и работе над своей карьерой. Вы будущий сотрудник выбранной вами корпорации. И ваши возможности безграничны. Ключ к успеху лежит в раскрытии истинного потенциала через упорный труд и самоотверженность. Вы, как сотрудник, должны трудиться с максимальной отдачей. Последний день? Я уж думала, ты с нами навсегда, паразит. Труд вознаграждает. Может, еще 3 месяца хочешь? Лень наказывает.
Легко могу устроить. Личная свобода не дается. Ладно, пошли. У нас весь день впереди. Наше великое общество ожидает от каждого сотрудника вклада в дело, выбранное им корпорацией. Надо было заключение сроком 12 месяцев, еще 9 месяцев за случай неподчинения признано годной. Словному освобождению. Да, конечно, решай тут я. После освобождения ты должна немедленно устроиться на работу. Тебя будут отслеживать через сеть. Если не найдешь работу в течение 14 суток, тебя незамедлительно перевезут в серые земли. Тебе понятны эти условия? Выпускайте уже. Ну, короче, хорош ты, дети, я сказала, да. Раздевалка налево, паразит. Так. Доган передает привет. Радуйся свободе. Что-то ФПС дропается, непонятно почему. Так, ну что, мы на свободе. Это пьянящее чувство свободы. Этот пьянящий запах свободы. И на мне браслет. Пошли. Не тупи тут, заходи. Серьезно тут у них. Серьезно. Что тут? Facility. Так, и чё? А чё, меня не будут учить бегать? А вот ты как решил поиграть, да? Паразит. Жди очереди, сотрудник. Эй, Фейт, сюда! Не садись в автобус. За мной. Понятно. Я Икар. Меня Ной прислал. Икар. И я должна тебе верить? Ну, придется поверить. Возьми. Надо убираться с улицы. Что? Пульс? Но... Надень. Надо подключиться и откалибровать. Ной очень хочет с тобой поговорить. Отражение сделано для вас. Скоро в подарок. Управляйте. Убейте сил мою. Какого черта? Скорее, научи нам. Ай, да тут что-то не то. Ошибка сотрудник. Ну, что это такое? Что с ФПС? Ну, прости, чуть не забыл. Надо профиль твой обрезать. Он помехи создает. Сотрудники все время это видят? Ага, ты просто недостаточно исправилась, чтобы это оценить. Я вообще не исправилась. Не понял я, что за бред? Что за бред? Хорошо. Что и что? Давай сюда. Кейсек нас обоих поймает, если тормозить будем. Ну ладно. Пойду другим путем. Встретимся дальше. Да это что-то дичь вообще какая-то с ФПС происходит, ненормальная. Ох. Так.
Да, ну. Сейчас я перезапущу ее, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Что за дичь? Продолжаем. Пойду другим путем. Встретимся дальше. Ной. Она ушла. Я настроил ей связь с пульсом, она теперь вне сети. Эй, ты тут? Ной? Я... Я рад тебя слышать, но ты все же не стой. Надо стряхнуть у тебя с хвоста кисек. Легко сказать, Ной. Они тут носом землю роют. Мы все устроили. Фейд, ты скоро выйдешь к старому складу. Заходи внутрь, дальше тебя поведем. Ничего я пока не понял. Да, Спенсер, она тут. Не, справлюсь. Легкая атака... Чем именно? Левая, правая, непонятно. И что мне? Мне показывают мышь. И чё? Легкая атака чем? Сильно. Так, тут у нас ничего без изменений практически. Все, я внутри. Мне кто-нибудь скажет, что тут вообще творится? Фейд, тебя собирались отправить в пищий купол в серые земли. Пришлось срочно вмешаться. Без профиля ты беглец, но об этом мы позаботились. Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. Но мне вот это управление совершенно не нравится. Если сможешь пробраться через эту хибару. Абсолютно. Пора посмотреть, так ли хороша так, знаменитая. Еще раз выйдем. Потому что это не годится никуда. Вообще. Так. Ты. Тебя я вырубаю нахер. Включаю. Здесь тридцатник. Тебя нахер вырубаю. Запускаем опять игру. Очень херово ограничивается FPS, конечно. Так, продолжаем. Все. Так, сейчас включу настройки. Видео, кадровая синхронизация. Управление, так. Блин. Так. У, карта тап, это мне не надо, не надо. Так, 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 так. Действие вниз. Нет. Значит, действие вниз у нас будет Shift. Так. А двигаться медленно у нас будет Ctrl. Вот так. Так, мне кажется, будет лучше. Смотрим.
Сдвиг, это хер знает, что за сдвиг. Мощная атака, легкая атака, искажатели, я пока не понимаю, что такое. Действие вниз. Угу. Двигаться медленно, вправо, зрение бегущего. Ну понятно, все, вот так будет привычнее, мне кажется. Блин, геймпад. Как я страдаю. Я внутри. Мне кто-нибудь скажет, что тут вообще творится? Фейт, тебя собирались отправить в пищий купол в серые земли. Пришлось срочно вмешаться. Без профиля ты беглец, но об этом мы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. К тому времени все должно быть нормально. Ну так будет более привычнее. Так, через какую? Так ли хороша знаменитая Фейт? А чё за хибара? Где хибара? Какая, мать твою, хибара? Пульс будет калиброваться на ходу. Чё за хибара? Где взять хибару? Так, ну-ка. Дали ордер на задержание Феникс Карпентер. Молодая женщина, татуировка на лице. Они упорнее, чем я думал. А-а-а. Феникс Карпентер? Ага, когда ее повязали, Дуган ей устроил фальшивый отпечаток. Пошли! Его на всякий случай переслал на пульс. Может, пошли! Знал бы ты, как хорошо выйти на свободу. Да, два года. Знает, знает. Долго, но расслабляться тебе рано, Фейт. Пошли, пошли! Тут борт прилетел. Кейсек серьезно настроены. Не останавливайся. Ух, твою мать! Бежим по стене, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично, отлично. Yes! Yes, 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 yes! Чё там, опять бежим, да? Давай, родная. Так, понятно. Пока ты сидел, Фейт, город изменился. Крюгерсек теперь жестко карают малейшее нарушение политики. Вот это да. Да, Ярко сейчас быть вот. Обычным сотрудником. Мне их почти жалко. Я молодец, я что-то бегаю, у меня что-то получается. Давно, да, сделали давно, да. Ой! Не то нажал. А, вот это круто очень. Сдавайся! А, так. Фак я! Все? Че, я со всеми разобрался, нет? Вроде да. Волки позорные. Класс. Я была вежливой. Тё. Но он не уходил. И теперь они знают, что ты здесь. Как будто был выбор. Ну да, надо уходить. Пойдем на башню Вердань другим путем. Мы снова разделимся. Запутаем их. Сможешь добраться до тех... До каких труп надо добраться? Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение бегущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед. Ну и чё? Так. Ну ладно, погнали. Так. Yes. Так. Я понял. Спокуха, Фейт! Давай. Здесь над паркуром поработали. Ной, я отправил ее на башню другим путем. Перекресток отрезан кейсек. Хорошо. Хорошо. Я пока кое-что подготовлю. Давай, родная. Фейт, ты бежишь к офисному зданию, оно еще строится. Хорошо. Легко оторваться. Я не буду Я не буду с тобой драться, пошел в жопу, я не хочу с тобой драться, ты мудак.
Эвердайн. Что? Черт. Ладно, разберемся. Фейт, доберись до здания Ориона, оно рядом. Подожди, а я не понял, что не получилось? Что не получилось? Что именно у меня не получилось? Я сделал, как они сказали. Не, надо это отработать. Что-то херня какая-то получается. Абсолютно, да. А, все, вот так надо было. Yes! Отлично! Погнали! Хорошо! Пошли, Фейт! Здесь повсюду Крюгерсек. Ищи канат, ведущий на Орион. Нашел. Я на Орионе. Отлично. Беги дальше, Фейт. Да. В чем проблема? Я не... Ничего, я не понял. А, да, не так надо было сделать. Ну ничего, со всеми бывает. Нормально. Не страшно. Учимся, так сказать, учимся. То есть это когда нужно пробел удерживать, когда нужно этот... Здесь повсюду Крюгерсек. Ищи канат, ведущий на Орион. Погнали. Я на Орионе. А я нет. Отлично. Беги дальше, Фейт. А, тут труба. Я думаю, что это такое было вообще? Ой, какой я красавчик, а? Пока что да. 2 года в тюрьме, смотрю, на пользу пошли. Беги на так. Орион. Хорошо, пошли. Давай, родная. Ну давай, Фейт. А чё? Так что ли? Ну, хоть до зари добралась. Заткнись, я учусь. Как давно в группу пришел? Где-то год назад. А я в ней с детства. Может, хватит здесь права качать? А еще тебя схватили. И у Ной из-за тебя были проблемы. Fuck you. Ну что ты можешь знать? Кое-что знаю. Например, что я быстрее да и осторожнее чё? Тебя. Да ты чё? Фейт, ты уже на Орионе? На говнооне. А новичок меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушайте, вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. В башне Кейсек придется драться. Гар... Так, Экар, закруси Фейт боевой мой. Быстро, быстро, мудак. Фейт, освежи боевые навыки, прежде чем двигаться дальше. Я надеялся, до этого не дойдет. Но, похоже, выбора нет. Не волнуйся, Ной. Ладно. Я прорвусь. Я знаю. Окей, ну чё? Вот включает голограмму. Образ врагов. Так. Выводит врагов из равновесия. Фейт, я слежу за твоими показателями отсюда. Давай начнем. Что это такое? Это что-то новое. Не забывай про элементы окружения. Если в перила впечатать, он встанет не скоро. Ну как-то они странно, они же говорили, что не надо, типа этого. Еще лучше, конечно, если ударить одного об другого. Так, понятно, ясно, понятно. Радиоканалы Кейсек немного приутихли, но они знают, что ты где-то здесь, Фейт. И знают, давай, что давай, тебе давай. Придется через башню. А по улице не вариант? Мы на землю не спускаемся. Если есть возможность, ты это знаешь, Икар. Это, подожди, атакуйте с трамплина, чтобы нанести большой урон. Что-то у меня там не получилось. Ну это подсечка, понятно. Да вообще ништяк. Прям вообще. Ой, блин, не туда побежал. Не то нажал. Так,
Все правильно, Фейд, продолжай. Яу! Ну, я себе нравлюсь, если честно, да. Чё тут, я не туда пошёл куда-то, да? А чё тут? А, подожди. А, вон оно. Ну, пипец, ну с какой ты высоты упала, что ты страдаешь? Забывай использовать элементы окружения в бою. Хорошо, да. Даже странно, что им так нужна Феникс Карпентер. Хорошо, что они твоего настоящего имени не знают, Фейд. А то все было бы куда хуже. Юу! А почему? Какая разница? Изучая историю семьи Коносов, тогда ты уже как. Чё за дичь? Часто дерёшься с голограммами, но впереди настоящие враги. Да, чё? Так я не пролез... Что происходит? Боевое обучение пройдено. Ну ладно, чё. Откройте дверь! А я так хочу. Так. Ну нет у меня желания с вами вообще, короче, драться. Так, я ухожу. Может, дрон какой новый или еще что? Будьте начеку. Пошел отсюда. Пиздец, I love you, I'm sorry. Ай-яй-яй. Вот так, да, я, короче, не видел, да, извиняй. Так. Бежим. Отлично. Не отлично. Ну ладно, игра нам простит наши маленькие слабости, я думаю. Пошли. А, я хотел тебе в пятак дать. Это что за говно? Так задумано. Ну, это просто ахтунг. Капец, I'm sorry, я считаю. Никак нет, центр. Не наблюдаю. Выжить она не могла. Не могла, да? Показатели нет, значит мертва. Дело пусть команда по уборке достает. У меня другие дела. Что это за говно? Интересно мне знать. И медотряд пришлите заодно. У меня все. А, ну ладно. Хард, все оказалось в разы проще. Тут, понимаешь, просто в разы проще. Что говорит о том, что львиная причина проблем в элементарных вещах. Так. Погнали. Пошли. Чё, с этим говном, что ли, опять будем встречаться? Бален. Погнали. Ты знаешь, что надо было сделать? Да твою мать, что тебе надо?
Я так хорошо, быстро, бодро бежал, что-то непонятное происходит. Ладно. Хорошо. Вот так. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, что, куда я зашел? Доберитесь до крыши по шахте лифта. Сейчас доберемся. Давай, ползи, родная. Пошли. Так, в чем проблема? Я не понял, почему ты не прыгнула, Фейт? А там не в размышлении дело. Там позор мне, тебе и всем присутствующим. Пиво там даже... Вот там есть выбор кодировщика. Нужно было выбрать X264, а потом снова переключить на AMD энкодер. И все сразу появилось. Mirror's Edge Catalyst. Welcome to the game, guys. Welcome back. Yeah. Так что будем здоровы. Харт. Мы молодцы. Так. Что надо? Что тебе надо? Подожди, я что-то не понял. Вон оно чё. Ну, всё правильно, да. Бег пополняет концентрацию, которая защищает вас от урона в бою. А зачем это надо было вообще? Резкий рывок, моментально повышающий концентрацию. W плюс правая мышь удержит, выполнить сдвиг и начать бежать. Ну вот это, мне кажется, было совершенно лишним. Это мы с тобой, два великих деятеля. Все версии происходящего перебрали, не додумались переподключить, как он называется, вкладки. Играть еще надо. Фейт, когда будешь рядом, узнаешь метки. За ним и придешь домой. И мы тогда хорошо. Все вспомнить. У меня как раз есть подходящее задание. Да ой. Только что мне не нравится, Хар, так это то, что этот... Что-то он процессор, мне кажется, грузит. Может, это у меня экспериментальный драйвер. Я его на этот рекомендованный переставлю. Пройдено. О, я молодец. Я молодец. Что такое? Не, я не понял, что за бред? Что за ботва? А, да! Ты заснул! Прошел я ее, Харт, прошел, конечно. Так, подожди, я не понял, что надо? Куда бежать-то? Ну и чё, чё за херня? Ну и ты где, мать твою? Мы же вроде как... Я не понимаю, игра, чё ты хочешь от меня? Ну ладно, значит спуститься вниз надо, наверное, я так думаю. Ну всё, подцепись. Нет, нихера. Или хера? Б.
Да нихера. Чё за лаги, чё за лаги? А, вот так, господи. Короче, хард, все работает из коробки, все AMD нормально с драйверами. Я потом тестировался через диспетчер задач Windows. Ну что, ну... Там все статично показывается, что? Загрузка там не прыгает, все там нормально. Нет, какую-то бегущую из колонии выпустили. И она хочет бегать. Я хочу бегать! Давненько ее не видели. Говорят, она просит прощения. А ну давай-ка ультра. Чему-нибудь научилась за это? Включим ультра. Пресет, посмотрим, что будет. Может быть. Халло, Ной! Ты постоял? Так. Да иди. Неплохо ты устроился. Я тут поживу. Короче, хард. Геймпад от Xbox One с, работой, с тем, что мне нужно, стоит 3600 в ДНС. Новичок. Такой напряженный. Икар? Он хороший парень. Бегает лучше всех. 10 тысяч стоит боксовая Рязань. R5 2600G хочу. Я буду тут. Доган привет передавал. Ясно. С ним мы потом разберемся. Иди. Удиви меня. Иди, удиви. Ты что хочешь вообще, лошара? Я не буду тебя удивлять. Пошел ты. Скотобаза! Кстати, Фейт, там тебя ждет пакет. Я думаю, содержимое тебе понравится. Так, это что такое? Моя одежда. Yes! Я сюда на мат принес. Сразу как тебя... Здравствуй, Мишанечка, как что ты? С тобой? Писюлька отвалилась. Рассказывай, пупсик, как ты? Я на пульс загрузил карту города Зеркал. Очко улучшение. Чё-чё? Я хочу этот, который со встроенной графикой, хард. Так, давай посмотрим. Экран развития. Краткий обзор действий Фейт и доступных для него улучшений. Выберите улучшение, чтобы узнать о нем больше, открыть его. Далее. О, ну зачем это нужно? Ну, это так сложно для меня. Очки улучшения выдаются за опыт, набранный при выполнении различных действий. Для каждого улучшения нужно одно очко. Для каждого улучшения нужно одно очко. Улучшение. Приобретите функцию карта. Это что? Концентрация. Так. А что это такое, Миша? На экране можно отмечать доступные задания, чтобы зрение бегущего показывало к ним путь. Изменяйте масштаб с помощью центрального колесика, пока не увидите значок «Отдалить». Ага. Чтобы задать метку для зрения бегущего, щелкните правой кнопкой мыши на значке задания. Задать метку. Так, и что? А, ничего страшного. Ты считаешь, не надо, хард? Не знаю, я бы думал, пусть будет, что. Я, короче, значит, тогда буду 2600 брать. Тёма, здорово. Так, чтобы задать... Что задать? Где задать? Ну вот задал, да и что? На значке задания. Настроение? Да ничего, Мишаня. Поговорите с птицеловом. А, тут... Карту вот сегодня себе купил новую. Еще геймпад куплю, и вообще все ништяк будет. Карта, экран развития. О, вот! Вот они услышали меня, понимаешь? Ты, Мишаня, не понял. Это уже другая игра. Это вторая часть, в которой мои молитвы наконец-таки были услышаны. Вот это то, что я называю трекингом. Он появился на карте, ёб его мать. И он появился, этот...
как он называется, в 3D измере. Вот он, я тебе про него говорил. 12200, RX 588 гигабайт. Геймпада пока нет, но будет от, 300, от Xbox One по настоятельному совету Харда. Танцуем, чат, танцуем, бляха-муха, не стесняемся. Сейчас, так, ладно, что это? YouTube сейчас не устроит веселую жизнь. Помнишь, Мишанечка, я тебе говорю, что в первой части не хватает трекинга. Вот он. Птица Лов будет рад тебя видеть. Он совсем не изменился. Вот и ты. Ты что хочешь, сука? Да посмотреть на тебя хочу, пока ты цела. Как впечатление, Харт, от 2600? И он его получит. Да, разумеется. Беги давай. Fuck you давай. Ну, как тебе сказать, Мишан, как кайф. Она открывает для меня многие двери, многие игры. На стримах можно уже будет что-то поновее стримить. Колонии, а к лучшему другу носа не кажем. Fuck you. Эй, Нама. Как дела? Намного лучше. Ты же теперь с нами. И, кстати, мне сейчас как раз нужна твоя помощь. Я иду к Птицелову. Да, я слышал. Как по мне, старик может подождать, но это уж тебе решать. Найдешь меня по отметке на карте. Хорошо, найду тебя еще как. Совершенно верно, Тёма. Именно он. Над паркуром поработали, наконец, мать его. Не только, видимо, я один говорил. Говномесы, сделайте с этим говном что-нибудь. Ну, что такое, в чем проблема? А, понятно. Какие впечатления? А, все скучно, все тянет на изи. Ты хочешь напряжение? Хард! Все тянет на изи, какие впечатления? Ну, короче, ты рекомендуешь? Где? Трекинг? Так, и чё? Ну вот я пришел, да, и что? Так, все, я понял. Понимаешь, Мишаня, в общем, вот. А ту игру я прошел уже. Удерживайте в падении. Так, хорошо. Nike boy. Hi, Nike boy. Who are you, man? Так, вот я сейчас упал. Что ты делаешь, а, Фейт? Что ты делаешь? Так. А, вон оно чё. Так, и чё? Так, я пока ещё не научу... Это что? B450 Hard. B450. Самый желанный, любимый сексуальный чипсет для резания всех цветов и расцветок. Что это? А, тут вот так надо. Ну и отправил вас поговорить с Птицеловым, одним из первых бегущих в городе, его старым другом. Птицелов, вероятно, захочет, чтобы вы доказали ему свое мастерство. Ну ладно, чат, я сейчас приду, водички выпью, буквально 2 минуты и вернусь.
Так, я вернулся. Короче, чат, я забыл сказать, что я играю на клавомыши сегодня, я без геймпада. Мне сегодня на Савеловском рынке объявили в Москве, что ремонт моего геймпада стоит 1200. Я сказал, ребятки, идите-ка вы нахер, короче, а. За такие бабки его ремонтировать. Тише, тише. Дверь-то пожалей. Здорово, яйцелов. Все так же нетерпеливо, Фей. А я думала, ты спишь. Старики любят поспать. Полегче, девочка. Прощайте два года тишины. Кстати, чат, как звук в игре? Меня перекрикивает, нет? Той хотел, чтобы я тебя проверил. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. Сама себя и проверишь. Ну хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа, слезай. Калежопа, слезай. Покою не дают. Но все же нет. Есть один. Сейчас я сделаю. Ты все так же нетерпелив. Верно. Так что рыбак рыбака. Б-450 сняли с производства? Как сняли? Харт, ты ничего не путаешь? 450 это самый последний чипсет такой, рад, вроде как, новый. Так, дойдите до места и пройдите рывок. Хорошо, настройки. Дай-ка сейчас я этот ультру воткну, потому что меня бесит, что мы с вами играем на высоких. У меня 8 гигабайт памяти. И мы с вами играем на каких-то этих ушлепских настройках. Сейчас я перезапущу игру. Так, давай. Друзья мои, кто из вас смотрит стрим на большом ПК? Скажите мне, пожалуйста. Б-500 вышел? Так я вроде недавно смотрел, Б-450 были хард. Я себе даже там присмотрел что-то за... Сколько-то там... Так. Я так думаю, Птицелов вызвал тебя на рывок. Даже догадываюсь, на какой. Я так часто его проходил, что с закрытыми глазами смогу. Тихо, не беси меня. Ты меня вызвал на рывок, мне сказали, да? Ладно. Так, и что? Отмеченный путь не всегда самый лучший. Главное дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Ну ладно, чё, я не знаю, чё всё из этого всё закончится, чем. Давай, давай, родная, беги, мы сможем. Ну давай. Так и чё? Мировой рекорд? Так, пока мы с тобой разговаривали о рекордах, я, короче, пробежал 42.92, какой-то Obi-Wan Master. Я понял, Харт, я какой-то Asus за 4,5 штукаря видел. Там это было. Я вижу твое время на пульсе, Фейт. Неплохо. Хорошо, что ты еще в форме. Слушай, я не понимаю, что происходит. Фейт, мне нужна твоя помощь. Давай. Как сейчас атаковали пульс, мы с трудом отбили атаку. Много данных разошлось по городу, и сейчас они утекают в сеть.
Перекрой, пожалуйста, утечки, и мы соберем данные обратно. Так, и чё? А чё я делаю сейчас? Я не совсем понимаю. А, я, короче, куда-то бегу? Понятно. Не упади. Вот она, собственной персоной. Даже в моей одежде. Спасибо за присмотр. Как дела? Да чат, так, как идет стрим? Скажи мне, пожалуйста. Я скучал. Да ты чё? Да брось. Да ты чё? Только-только-только. Рабкасты вы в серых землях. Они ставят систему связи, чтобы сообщать о налетах Кейсек. Им нужны микросхемы, которые есть... Хорошо, посмотрю, не вопрос. Микросхемы, релейные ящики. Ладно. Если получится забрать микросхемы, навреди шелком и одновременно поможешь Рабкасте. Сделаешь? А то. Я такая. Всегда всем помогаю. Можешь не реагировать, но я знаю, за что тебя закрыли. Да, по глупости. Где искать ящики? Это недалеко. Отмечу на карте. Да, ясно. Так, я не понял. Я вообще начну играть, нет? Ну пошли. Я достаю Рабкасте другие компоненты. Вместе с микросхемами у них будет все, что нужно. Номад хочет, чтобы вы помогли рабкастовым, страдающим в серых землях, собирать чипы управления из передатчиков Falcom, расставленных по всему городу. Так, Номад хочет, чтобы вы помогли рабкастовым, страдающим в серых землях, собирая чипы управления из передатчиков Falcom, расставленных по всему городу. Задача с виду несложная, но стоит поберечься патрулей Крюгерсек. Ну, это я понял, но я не... Первая микросхема у меня. Отлично. Так, интересно. Рядом должен быть следующий ящик. Фейт, я хочу тебя предупредить. Там в последнее время больше патрулей, чем обычно. И ребята явно серьезные, непростые громилы. Заткнись. Я только что откинулась, я совсем справлюсь, мне пох. Я вообще отчаянная. Защитник, класс ближний бой. Красивый какой, а защитник? Замуж за него что ли выйти? А, плюс боевой сдвиг, что... А если я не хочу уклоняться от атаки? Я не хочу, я хочу паркурить, паркурурить. Херня всякой заниматься. Все? Ну и чё это вот? А-а-а, он охраняет чип управления. Чат, ну скажи, тебе нужны эти ультра-настройки графики? Я чуть не пойму, что происходит. Кстати, ты уже говорила с Доганом? Говорят, ты ему много денег должна? Еще нет. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ух, ах! Знания вместе с тобой. Пошли! Эти земли будут наши. Что будем делать? Вызовем подмогу. Центр, у нас бегущий. Идем задержание. Так. Подожди, что происходит, а? Так, сейчас, Харт, подожди. Ага. Да, конечно, не надо, конечно. О чем речь идет? Нахер мне такая температура нужна? Мне кто-нибудь скажет, что на стриме происходит? Ультра настройки графики сильно картинку портят? Она медленнее, она сыпется. Что происходит? Скажите что-нибудь. Взяла еще одну микросхему. Отлично, это нам поможет, обещаю. Кстати, ты уже говорила с Доганом? Говорят, ты ему много денег должна? Еще нет. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. А если нет, я пойду в изгнание вместе с тобой. Серые земли будут наши. Эй, что там? Эй, ты, сюда иди. Может понадобиться помощь. Я прикрою. Идет усмирение, центр. Центр, видим. Я что, не толкнул?
Ей толкнул. Почему? А. Скотина. А чё, всё? Крадём чип управления. Нашла. Отлично. Ещё одна и можно заканчивать. Ну ладно. Спокойно, чё ты ноешь, Фейт? Бежим дальше. Да вроде ничего не изменилось, хер знает. Ты сейчас нарушаешь правила. Она одна? Да, у нас тут бегущий. Идем на захват. В сторону, вот так. Тяжело, да, тяжело, тяжело. Поймай меня, если сможешь, сука. Да с какого хера? Так. Ты мне говорил, ты этот, как его, фармом, да, занимаешься, как его, на фоне. И чё это? Да ну бред вообще. Так, есть последнее. Хорошо, но у нас есть проблемы. Там рядом Рабкастовый попал в беду. Слушай. Нет, просканируй еще раз. Уже. Тебе еще 3 дня назад сказали ехать в пищевку Галактику. Задержать. Кого-то бьют. Эй, Номад, что происходит? Крюгерсек, хватило мне этого дерьма и в тюрьме. Фейт, не вмешивайся. Я же говорил, тут такое постоянно. Это не твой бой. Не могу. Я женщина, рассудительная. Я должна вмешаться и люлей навешать. Тому, кто не хочет быть справедливым, честным. Дай-ка сейчас я вот это вот сделаю. Нахер уберу отсюда и все. Так должно быть получше. Нарушитель, сдавайся. Йоу! Все, да? Иди сюда, родной, родной. Эй, все в порядке. Я с ними разобралась. Ты живой? Спасибо. Спасибо большое. Я все видел, Фейт. Говорю же, меня не проведешь. Старые друзья пройдены. Да. Она вся в родителей. Как будто это что-то плохое. Главное задание. Ящики, так. Это очень поможет Рабкастовым. Главное задание. Так, теперь надо доставить первую партию микросхем. Сейчас доставим, подожди. Что-то, короче, непонятно. Дичь. Кадровую синхронизацию делаем. Вообще качество высокое, сохраняемся. Опять перезапускаемся. Выходим. Уровня сложности нету, здесь ее превратили в RPG. Ну, скажем так, игру с RPG составляющей. Нахера, правда, непонятно, но... А я не понимаю, знаешь, чего хард? Процессор-то бывает загружен максимум на 65-70%. Почему это все происходит? Объясни мне, пожалуйста. Я понимаю, что 2600 там мощно, все дела. Почему так?
Выполняйте сдвиг. Мы сегодня все тестируемся и тестируемся. Так, давай карту посмотрим, что там карта нам показывает. Это что такое? Убежище. Убежище. Девочка на побегушках. Это. Будь как вода. Доставьте чипы по назначению. Это. Давай поставим метку. Что, надо к нему вернуться или не надо? Я не понимаю просто. Это что? Базовый набор. Но это мне не надо. Быстрый переход. Это что? Хорошо. Погнали. Бежим. Пошли. Так, теперь куда? Бежим, нормально все нормально. Давай, родная, на тебя смотрит вся Россия. Чё такое, в чем проблема? Ну и чё, это чё? А, все, понятно, вон оно. Хорошо. А здесь как? Чего? Что за бреда бодятина? Так. Бежим. Так. Вам надо доставить чипы управления в ближайший тайник, но впереди несколько охранников Крюгерсек. Нейтрализуйте их и не теряйте концентрацию по пути к тайнику. Я здесь. Куда девать чипы? Планы немного изменились. Заказчик хочет использовать другую точку, а между ней и тобой патрули Кейсек. Но мы сейчас их раскидаем. Используйте атаки на ходу, чтобы миновать врагов без остановки. Окей. На точку, не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Хорошо, да. Гэп сымит, клиент уедет. Хорошо. Так, просрали. Да я ничего не пойму, что случилось? Я все сделал? Вообще нихера не понятно. Используйте атаки на ходу, чтобы миновать. Так, и что? По пути на точку, не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Ладно. Хорошо. Я пока нихера не понял, что мне вроде как объявили, что я этот. Фигово завтра будет бойцу. Так. Пошел отсюда нахер. Просто пошел нахер. Пошел нахер, мудак. Так держать. Херово. Это очень плохо. Уже почти, так держать. Пошел нахер.
Все? Вот. Андедаси. Ты сегодня помогла многим людям, Фейт. До связи. Густе муэро, латер пердеро, андедаси. Рекламные щиты под... Так. Что нам предлагают? Это что? Это кто? Это я. Что нам предлагают тут? Это что? Снова в деле. Ладно, окей. Ходит идеально. Хакнув щит, мы отправляем сотрудникам четкие сообщения. Даже если всего один в результате откроет глаза, этого уже достаточно. А что это я собираю? Какую-то говнищу так, какую-то ты, собираю? Мне кажется, ты готова к настоящему заданию. Нет, тебе показалось, я не готов ни к чему. Возвращайся в логово, обсудим детали. Да, бегу, хватит, бегу я. Лично расплатиться с Доганом. Беги, беги, беги! Тра-т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 а. Тебе, наверное, нравится бегать. Да. Бегущая! Есть для тебя работа. Fuck you! Я иду общаться в логово. Пошли, 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 пошли. Не туда забежал. Чёрт. Мои мужчины. Пора показать, кто тут новый босс. Бум. Да, я как раз собираюсь. Нет. Ладно, ладно. О. Да. Харт, как человек, который при тебе поиграл в первый, могу тебе сказать, что второй лучше. Они сделали и довели паркур до ума, понимаешь? Они сделали его таким, каким должен быть. Игра действительно стала динамичной. Ты меньше падаешь, потому что у тебя наконец появился трекинг. Она доработана. Поэтому... Пока мне вторая нравится больше, чем первая, потому что у меня проблем с ней нету. Бегаю как сайгак по этим уровням. Я сама могу о себе позаботить ценой. Как в прошлый раз. Внутрь пойдешь одна, и Кар будет следить. Итак, за свои данные они там держатся крепко. Так что работать надо чисто, понятно? Так, а нянька оплачивается? Треть гонорара. Или... Адама, Иша и Калибу. Решай. Ладно. Увидимся там, Фейт. Ах, да. Не потеряйся. А, это ты. А мне нравится, потому что тогда можно оценить динамику игры. Иди. Понимаешь, без трекинга играть в такие игры это смешно. Неинтересно? Ну, не знаю, дружище. Я вот, честно, морально не готов вообще. Но, с другой стороны, ты его можешь отключить. Понимаешь? Ты же зрение бегущего активируешь по желанию. Можешь без него бегать. Кто ж не против? Так, и чё, и как? И где, как идти, и куда идти? Это что такое? Что за набор? В наборах бегущего содержатся эффекты эхо. Или тега. О боже, куда всякая хрень, а? Ну я так понял, что она вниз, что ли, бежать? Так, наконец, вот. Вот это шикарно, я считаю, вообще. Иди нахер потом. Потом. Я высокомерной сукой стала, после того, как научилась прыгать. Так что мне насрать на вас, на всех. Лаборатория Элизия, высокое здание. Там на боку логотип. Я уже на полпути туда. Попробуй догнать.
А у меня этот авторегин сохранится. Ю, прыгаем. Отлично, бежим туда. И сейчас будем решать все вопросы. Чё это? Давай, родная, давай, ты все сможешь. Я напоминаю, тебе надо пробраться в сельхозотдел лаборатории Лизия. В сельхозотдел. Сейчас проберемся и крестоцветных с разоцветными скрестим. Пестики с тычинками, все дела. Но я поручил вам проникнуть в лабораторию Элизия, где вы должны украсть данные про новый тип энзимов, за которыми охотятся конкуренты. Икара будет наблюдать снаружи. У вас с собой специальное устройство для взлома. Его надо установить на нужный терминал, остальное сделает программа. Это ваше первое настоящее задание. Деньги неплохие. Небольшой шаг к тому, чтобы выплатить долг Догану. Ну хорошо, окей. Я весь в говне в долгах, да? Тебе, похоже, сегодня везет. Заткнись, мудак. Я нашел открытое окно. Вот и проход. Что-то тут не так. У них правда такая слабая охрана? Не знаю. Откажешься? Я вообще-то сам хотел пойти. Иди, иди. Что ты этим хочешь сказать? У тебя репутация. Но иди туда. Я не против. Подзаработаешь. Да? Ну, понятно. Ну, видишь, там понимаешь, в чем вопрос, Харт? Забыл, но это вряд ли. Осторожно там. Это не в ее духе, да? А что случилось? Осторожно. Почему я упал? Я по поводу твоего сообщения последнего. По поводу того, что ты глянешь краем глаза на моем стриме. Вот все, что я хотел видеть в этой игре, я во второй части получил, за исключением RPG-составляющей, понимаешь? И, кстати, ты можешь усложнить. Здесь не обязательно использовать трекинг. Ты можешь, этот, как его, бегать без него. Выключаешь, и все. На изи вообще. Так. Это что? А вот и открытое окно. Так, и чё? Хорошо. Я там. Отлично. Там ещё могут быть сотрудники, кто допоздна работает. И крюгеровцев берегись. Давай. Так, собственно, а что давай? А куда давай? Нам чё вообще надо, я не понимаю. А, это стекло, да? Ну, понятно. Ладно. Да с такой высоты тебе тоже надо как его подсабливать. Ну осторожно. Ты чё? Внизу большая движуха. Да и чё, и срать. Везде охрана. И срать. Что? Мне это нравится всё меньше и меньше. Мы закончим, всё нормально будет, Ной. Зрение бегущего отключено. С какого хера? Сельхозотдел на верхних этажах. Туда быстрее всего попасть на лифте. Найдите лифт. Тут, может, надо. Так. Вот так надо. Я не понимаю, что происходит. Подожди-ка. Все, понятно. Вот. Да твою мать, что такое? Ну я понял, элемент новизны. Я понял тебя, друг мой. Я тебя понял. Так. Я вообще ничего не понял. Как тут прыгать? И все-таки, Харт, объясни мне, что за проблема с процессором? Почему так?
Непонятно. Так. Ну и что? Так. А, вот так. Не понял я, что делать с этой перекладиной. По ней? Все понятно. Насколько я понял. Давай, лезь, алло! Ну все, чё. Все, теперь понятно. Это новое. Так вот поперек трубы такого не было в первой. Вверх по шахте я полезу. Я хочу тренировать скилл, скиллуху. Так, хорошо. Давай. Дальше что? А дальше? Я отправила запрос 3 дня назад. И чё? Ещё что? А, так я поехал. Я вчера наткнулась на подхэш-проекта, там говорилось о каком-то царстве. Попадались этические сомнительные. Короче, я поехал все равно. Мистер Фьюгер, мне обещали полный доступ. И насколько я вижу, их исследования связаны с нашими. Если вам дорога ваша дочь... Не знаю, харчу сказать. Мне кажется, нет, здесь что-то другое. Понимаешь, неважно какая нагрузка, главное, чтобы она не превышала 100%. Поэтому, дружище, не соглашусь с тобой, конечно же. Не соглашусь. Вот так, хорошо. Просто у меня в этой игре процессор так сильно загружается, я не могу понять почему. Кажется, здесь Габриэль Крюгер. Что? Надо отменить задание. Нет, я закончу дело. Ладно, все равно ведь не отступишься. Икар, сообщай о происшествиях снаружи. Фейт, ты теперь ищи офисы. Ты считаешь, что потоков не хватает? Ну, такое может быть. Чё, 4 ядра, 4 потока. Хер его знает. Такое может быть. Вот это запросто может быть. Давай. Интересно, что это Габриэль Крюгер замышляет вместе с семьей Мартел и Элизием. Чем переворот государственный. Информация — это сила, Ной. Кому как. Здесь, да? Так. Fuck you! Ну давай! А что мы за данные берем? Ну, то есть... Фрейд берет, пока я там за сиделку. Новый энзим. Какая-то питательная добавка. Заказ работы. Хорошо, мы по трубе ползем. Так, что тут? Я у офисов. Я у офисов. Подключись к любому терминалу в зале 4H. Дальше все сделает устройство. В зале 4H. Найдите зал 4H. Это 2А. А, вон оно, родной. Ну, понятно, понятно. Так, сейчас нам будем залазить туда. Вот эта зеркальность на нервы действует, конечно. Кто-нибудь
ты делаешь? Решила завести дневник, все записывать. Для Авани, когда подрастет. Ей уже намного лучше. Да, но она еще очень слаба. Вряд ли многое помнит из поездки. Список припасов почти готов. Жар-птица все еще ищет транспорт. Нужна надежная машина. Ты прав. Я не ожидала, что это будет легко. Может, черный ноябрь поможет? Я по возможности не имела с ним никаких дел. У нас есть пушки, этого хватит. Пойду проверю Авани, а ты закончишь припасы. Хорошо. Зал 4H, Фейт. Я в курсе, алло. Так. Ну, конечно, большие разницы. Это однозначно, Харт. Конечно, две большие разницы. Тут с этим я не спорю. Так, это что такое? У терминала. Запускаю устройство. Это 4H разве? О! Ной, тут кто-то еще. На бегущего не похож. Фейт, уходи уже оттуда. Извини, но я схожу проверю. Сам сомневался. Ладно, буду ждать и надеяться, что... Я отчаянная сучка, ко мне лучше не подходить. 4H, если да. Бы я... Если бы... Фейт, тебе не надо мне ничего доказывать. Мне нужно, чтобы ты вернулась живой. Пошел ты. Юу! Хорошо! Ну, в чем проблема? Чё не лезем? Чё мешает? А, вот оно как. Отлично. Так, чё там? Этот сектор не похож на другие. Чем они здесь занимаются? Я еще с этим поколдую, Харт, с битрейта. Может быть, дело в битрейте. Я 6 мегабит поставил. Может, из-за этого еще. А я-то кривоногенькая. Ой, кривоногонькая. Опа. Это что за трупачок? Он писит? Нет, он не писит. Я думал, он писит. Что такое? Что происходит? Майера, включайте. Ну, как тебе сказать? Они чуть-чуть поработали над графонием, добавили объемного света. Все, сказать, что кат-сцены получше стали, да. Это что за самурай? Нихера себе! Вот я вот думаю, 6 поставил, сделаю 5500, посмотрим. Стой! Он мне нужен живым. Что он там держал? И еще, я поставил нерекомендованные драйвера. Я поставлю еще рекомендованные, посмотрим, что будет. Обидно. Где эта штука? Останови ее! Опа, я пошел, я побежал. Какой я кривоногонькой. Я вообще центровая тёлка, ты видишь, да, Харт? Ногой разбиваю замки. Потом, мне нужен выход. Так. Выходи любым маршрутом. Здрасте, жопа, Новый год. Понятно. Уворачиваться от пуль. Это что-то запредельное уже. Пошел ты! Если надо, берись, но не затягивай. Я запрыгнул. Нету свободы. Не могу прыгнуть туда, куда хочется. Помещение
Так, это нельзя пропустить. Можно. Что такое? А, все, понятно. Фейт, главное, уходи. Ухожу. Икар, помоги ей, чем можешь. Да что за бред это? Битрейт в любом случае влияет хард. В любом случае влияет на проц. Он же все-таки тоже как-никак участвует в процессе кодирования. Да может в дровах просто дело. Я их переставлю после стрима, еще потестируюсь на тестовом канале. Посмотрим. Так, иди-ка ты, короче, нахер. Я вот... Я вот это не понял, честно говоря. Бог ты мой! Ай-яй-яй-яй! Что происходит? А, вот оно. Ну, здрасте, жопа, Новый год. И что, почему ты не лезешь никуда? Ну вот опять, стоило только игре стать динамичнее, начали проявляться проблемы. Потому что в динамике ни хера она зацепиться не может. Надо остановиться и прочее, прочее, прочее. Короче, понятно. Да, я ухожу, ухожу, да. Ой, как я красиво лечу, 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 лечу. Ну, ты видел это? Она пролетела мимо опорной трубы. Ну как это вот? Ну что это? Вот что я должен здесь делать? Не цепляется она. Ну, загрузка от харда зависит. Не от процессора. Так, беги, да, пробуем опять. 288-я попытка. Чтоб я лечу, а? Вот что сейчас здесь надо делать? Ага, понятно, короче, бред. И что? Вот это как? Мне показывает маршрут, а там стекла. Не доделано, все равно, вот понимаешь, геймдизайн хромает. Напишите там, разбейте стекло, еще что-то. Так, да. Икар, помоги мне, чем сейчас. И чё, и куда? Мы пробежали, да? Фейт, я тебя вижу. Спускайся на этаж ниже, я тебе брошу трос. Вещай! Прям вот абсолютно категорически. Первой части не колышет, да, хард? Фейт, я тебя вижу. Спускайся на этаж ниже, я тебе брошу трос. Езжай! В чем проблема, я не понимаю. Не вопрос, хард. Новый хард. Нового тебя поставлю с процом и... Новый проц, вернее, поставлю. Фейт, я тебя вижу. Спускайся на этаж ниже, я тебе брошу трос. Уезжай! Ну... Уходи оттуда! Иду, 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 иду. Блокировка выполнена. Ну вот этот слоумо нахер тут нужен, а? Она ушла, но...
черт там меня? Отлично. Оба возвращайтесь. Держитесь вне поля зрения вертушек. Хорошо, как скажешь, родной. Встретимся в логове, Фейт. По всему городу тревога. Сеть стоит на ушах. Разворошила ты осиное гнездо, Фейт. Конечно, разворошила. Я тебе сколько лет говорил. Но зато ты в самом расцвете сил, но ты понимаешь, даже если ты поддержанный. Кому я объяснял? Я сумасшедшая отчаянная сучка, я поэтому, я люблю разворачивать ошиные гнезда. Расковыривать, я бы так сказал. Икар, что там у тебя? Большую часть я увел, теперь остальных стряхнуть. До встречи. Что там делает наш Икарчик? А, ну это я домой бегу, да. Это я домой бегу. А они что, на мой дом напасть не могут? Или как оно там, логово, херогово, как оно там называется? Ну, и где деньги? Fuck you! Yes! Игра такая игра. Ну, прыгай, прыгай. О, хорошо. Ну, заходи уже, ну. Какого черта, Фейс? Я тоже тебе рада. Такими темпами ты и месяца не проживешь. Хорошо то, что хорошо кончается. Глянь-ка. Это не место. Как и парень, у которого это было. Он погиб за эту штуку. Может, хватит, чтобы с Доганом рассчитаться. Ага, или всех нас похоронить. Фейт, все, что связано с Габриэлем Крюгером, нужно обходить за километр. Я еще грешу на ОБС, Харт. Крюгер видел тебя? Только силуэт. Там ведь было темно. Слушай, я подумала, это все будет нет, кстати. Нет, ты не подумала, Фейт, как обычно. Надо теперь сообразить. И знаешь, что мне еще непонятно? Почему в игре такие убогие тени? Вот просто убогие. Не бойтесь, я тут. Охраны нет. А как насчет спасибо сказать? Пойду посплю. Держи в курсе, ладно? Что если не остановить их сейчас? Сейчас! Корпорации будут управлять нашими жизнями! Назад, я сказал! Что случилось? Это маленькая Фейт? Подожди, милая. Мне закончить надо. Походу, дело, да. Маленькая Фейт. Девочки, сюда. Здесь вы в безопасности. Не шевелитесь. Фейт... Мне страшно. Отпустите нас, Крюгер! Надо было сотрудничать, доктор Коннорс. Я этого не хотел. Мам! А что это? Это, бельчонок мой, твое будущее. А, я уснул, это мне сон снился. Мне снился сон. Ну, понятно. Кое-что есть. Так. Намат? Ты где? У меня есть один мод, который должен сработать с твоим пульсом. Я послал тебе копию. С его помощью ты пройдешь через вентиляторы в эфире. Мне не совпадает с метакритиком. У нас тут проблема. Так, что-то происходит. Что-то отвалилось. Сейчас, подожди. Что-то отвалилось у нас. Ютуб отвалился или что? Да нет, работает. Миксер, что ли?
Миксер, наверное, отвалился. Не знаю почему. Так. Тап. Что такое, что такое? Развитие. Так. Бой, снаряжение. Давай движение посмотрим. Оу, а что такое? Перекат. Удерживать как можно ближе к моменту приземления. Во время подката, чтобы быстро перейти в перекат. Перекат после приземления или подката со значительным сохранением. О, боже, как все сложно. Это что такое? Разворот на 180 градусов. Бег по стене плюс разворот на 90 градусов. Вертикальный бег по стене плюс ку. Разворот на 180 градусов. Не знаю. Это что такое? Повышенный урон защитникам. Повышение урона от мощных атак сзади. Дает 3 легких атаки по оглушенным. Что? Я на него тоже рестримлю. Хард. Я рестримлю на 4 платформы. Сегодня получилось, что на 2. Так, снаряжение. Позволяет Фейт использовать пульс для обзора и общения. Может автоматически взламывать на расстоянии подключенных системы низкого и среднего уровня. Так, карта города Зеркал, на котором показаны все важные места, задания, информация, нужная бегущим. И что это надо? Хер вообще знает, что надо мне. Да что? Ну это у меня есть. А это? Ну давай сделаем вот это вот. Приобретем перекат. Так. Снаряжение. Это что такое? Все, у нас нечего развивать. Так, освобождение. Старые друзья. Снова в деле. Так, ну понятно, это я был. Это что такое? Развитие. У меня еще есть одно очко, да? Снаряжение. Это что? Так, а что я не понимаю. Почему я не могу эту ветку прокачать? То есть вот так, что ли? Игра определяет сама? Так. Не совсем я это понял, если честно. Ваше эхо? Что за эхо? Хер его знает вообще, что такое мое эхо. Так, учимся ходить. Так, приобретите второе улучшение Фейт. Так, и чё? Ну давай. Привет. А я думал, в тюрьме тебя научили сдерживаться. Чё надо? Я не понимаю. Чё от меня хотят? Открываем набор. Полетайте со старыми... Ну это я видел всё. Ну и чё? Так. А это чё за эти? Давай. Давай, давай. Не-не-не, я вот это буду выключать. Конечно, я ж не полезу в вентилятор. Это отлично. Как это? Спасибо, Номад. Я уже в пути. Я знал, что тебе понравится. Я чё, волшебник, что ли? Интересно. Я повела себя тихо, постепенно нарабатывала репутацию. Сейчас, небось, всё изменится. Очень интересно. У нас паразит внутри перед... Пошёл нахер. Единственный паразит здесь ты. Yes. Так. Что я делаю? Что я сейчас делаю? Я не знаю, что я сейчас делаю и зачем. Так, я на позиции. Буду ждать тебя там. Фейт, ты где? Привет, Ной. Фейт мне кое с чем помогает.
Опять? Что там еще? А-а-а. Извини, подробности лучше не знать. Но это для хорошего дела, честно. Ну ладно, это был забег просто. Фейд, как закончишь, приходи ко мне. Они проработали над перекатом вот этим, чтобы вон не угадывать момент, чтобы этот нажимать, а просто держишь его и все. Открывай, ну, открывай чип, твою мать. Хорошо. Ты что хочешь вообще, алло? Подожди, я что-то не понял. Подожди. А, вот оно, господи, я думаю, что за бред, куда он меня тащит? Что звук? Так, хорошо. Ну чё, я пришёл. Возмутитель спокойствия. С помощью отправленной вам номадом программы вы сможете пробраться через вентиляторы у станции Зефир. Кроме того, Номан явно задумал очередной план, связанный с конгломератом. Втягивать вас в неприятности — это по его части. Поговорить с Номаном, узнать, что он задумал. Ладно? Так что случилось? Слышал, ты наткнулась на Крюгера. Слухи ползут? Ага, слушай. Крюгер сек говорят, что будут прижимать бегущих как следует. Они ставят огромные антенны по всему городу. Да их бы самих прижать. И я о том же. По-моему, Крюгерсек очень огорчится, если кто-то сломает их антенны. Так. И этот кто-то, конечно же, я. Я буду антенны ломать. Но ведь боец у нас ты, Фейт. Конечно. Ладно. Только Ноя впутывать не будем. Конечно. Я отсюда присмотрю. Присмотри отсюда, да. Угу. Хитрец мне. Он отсюда присмотрит. Расправьтесь с охранниками. Так, иди сюда, родной. Все. Кто по мне стреляет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я в домике. Вот сука. Где он? Тихо. Чё за тени уродские, ты посмотри, а? Вот это я просто, ну... Я просто запредельный какой-то, клянусь. Абсолютно. Нереально я. Чё там? Что надо уничтожить? А-а-а. Все. Намотал антенны. А там руку не засосет? Выдрать эту штуку. Хорошо. Все, получилось. Отключается. Есть. 1-0 в пользу хороших. Крюгерсек высылает подкрепление. Так, на вас тут охота, спасайтесь. Убегайте от бойцов Крюгерсек. Видимо, их нарадали в качестве убежища. Так, и чё? Надеюсь, рядом с антенной тебя уже нет. А, ладно. Все, я сваливаю. Фейт, уходи от сканеров, тогда сможешь оторваться. А куда? Каким образом это сделать? Почему зрения нету у меня? Куда я смогу оторваться, если нет? Куда? Ну чё, куда ты показываешь, алло? Наконец-таки разродилось. О-о-о! Прям боком упал, поломался всё на свете. Хорошо так упал.
Ознакомьтесь с комиксом Mirror's Edge Exordium. Хорошо, ознакомимся с комиксом Mirror's Edge Exordium. Не понял я. Что сейчас надо делать? Нам отъел антенны. Теперь если выдрать эту штуку... Все, получилось. Отключается. Есть. 1-0 в пользу хороших. Дикий сек посылает подкрепление. Скорее уходи, Фейт. Так, а... Фейт, я надеюсь, рядом с антенной тебя уже нет. Нету, нету. Только я не понял, куда мне бежать. Так, хорошо. Фейт, уходи от сканеров, тогда сможешь оторваться. Бибик, а ничего не было с чата на Ютубе? Абсолютно. Ты когда-нибудь видел, чтобы я игнорировал? Я не знаю, что происходит в чате с Ютубом. Рестрим, наверное, опять тупит. Что-то, наверное, багануло опять. Ну давай. Хорошо. Кидай, Биби, кидай. Хорошо, пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. В начале остановка была, да, не вопрос. Я его сам тормозил в начале, потому что были проблемы. А сейчас... Не знаю. Подожди, стой, 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 что происходит, что происходит, что происходит, что происходит, что происходит. Сейчас я этого ядуреза плюлореза за этот заблочу. Так. Ну давай, останови. Сейчас этот появился мудак. Так, хорошо, я ушел. О, у меня очко доступно. Бибик, а сейчас стрим на трубе есть? На пульсе. Все гудят о твоем возвращении. Но я ж легенда. Если хочешь заинтересовать Догана, надо сперва узнать, что это. У меня есть в якоре человек, топовый хакер. Зовут Пластик. Так. Отнеси это ей. Пластик? Ага. Она немножко... Неважно. Сходи к ней, я дальше посмотрю. Хорошо. Так, ладно, друзья, мы сейчас это мудака этого поймаю. Чуть-чуть подождите. Неужели у Ютуба опять какие-то проблемы начались? Сейчас посмотрим. Берейс. Да нет, идет он. В прямом эфире, так сказать. Да, я себя вижу. Вот, Бибик, твое сообщение вижу. Очень странно. В чате сообщения нет. И рестрим бот его. Ну, короче, с рестримом опять какие-то проблемы. Какие-то адские проблемы. Так, что я хотел? Я хотел Twitch. Так, говно это. Поймать. Так. Подожди, тут они поменяли эту панель, что ли?
Так, где здесь модерация теперь? Тут мне интересно знать, а? Так. Маркер стрима. Так, это что такое? Это все не нужно. А где настройка модерации-то? Я не понял. Что за бред? Хорошо, Бибик, спасибо. Где на Твиче модерация? Вот она, господи ты боже мой. Так. Где запрещенные эти? Заблокированные слова. Так. Иди-ка сюда. Ну, вот. Что ты не выделяешь, мразь? Что за... Бред вообще. Ctrl-C или Ctrl-V копируют? Биби, кто-нибудь, напишите мне, Ctrl-C или Ctrl-V копируют. Чёрт, о чёрт. Так. Вот так. Теперь настройки модерации. Всё, я всё решил. Пока чат просыпался. Все. Нет, стоп, 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 стоп. Вот это я сейчас. Все. Чтобы попасть в район якорь, нужно снаряжение. Икар тебе. Так, хорошо. Где Икар? Пойдемте пообщаемся с Икаром. Это что? Это мои кроссовки, наверное, стали такие стильные. Так. Хорошо, пошли. Так, вниз и налево. Хорошо. Опять у меня все на свете. Дай кроссовки. Дай амуницию. Оно и сказало, у тебя для меня снаряжение. Есть. Вот. Надень. Так, и что это? Прыгаешь только к прочному. Прыгаешь и качаешься. Очень просто. Что это? Магнитный трос. Ну это вот это уже бред. Удерживать, прицепить, прыгнуть вперед и спрыгнуть вниз. Пробел. Так, удерживать, прицепить. Понятно. Вот этим тросом они поломали весь геймплей, я считаю. Очень скромно так считаю. Thank you.
мне нравится. Просто же. Попробуй еще, привыкай. Чушь полная. Эпическая ересь просто. Давай, выведи ее из строя. Хорошо. Зачем в игре, которая заточена... Ай, блин, не увидел. Под паркур вот этот бред нужен, мне непонятно совершенно. Прям вообще непонятно. Что там? А-а. Давай лезь, алло. Подожди, я не понял. А, вот. Так, бежим теперь. Это что такое? Что я опять краду? А, чип очередной. Короче, давай, Фейт, побежали по заданию. Так, это что, это что? Подожди, это куда, это куда? Так, хорошо. Так. Красиво, культурно по ступенечкам. И теперь вверх. Ага. Великолепно, там что? И что нам показывают? Великолепие города? Видимо, да. Ну ладно, чё. Как я сказал, пластик бывает нестандартный. Но мне кажется, вы с ней хорошо поладите. Кто? Это бабу так зовут, Пластик? Зашибись. Ну в чем проблема, а? Почему ты не прыгаешь? Что происходит? Я не понимаю. Нажимаешь пробел, она не прыгает. Так. Не пойму я. Так. Вот. Ну лезь уже, Фейт. Так, здесь куда? А, это кто? Я здесь. Нет, это мы потом хрупкую посылку доставим. Нам сейчас не до хрупкой посылки. Нам надо отработать навыки паркура и потом уже, да, решать вопрос с хрупкими посылками, кокаин, все дела. Так, давай, родная, быстро. Хорошо. Так, куда я пришел? Назовите имя и цель. Иван Иванович. У вас 5 секунд. Фейт, мне нужна пластик. 4. 3. Какого черта? 2. Я сказала, отмена. Нифига себе, это что? А, она поломала ее? Чуть не убила. Прости. А, заходи. Тихо, можешь тихо, сказать, тихо. Что это? Что на нем? А, конечно.
Да, я его... И это был не вопрос. Тревога! Обнаружен нарушитель! Срочная экскавация! Заткнись, кума! Забей, я его еще не заделала. Зашифровано. Не, лица получше прорисовали, конечно. Спорим, его будут... Но искать. Тени... Да, это был не вопрос. Когда данные нужны? Я думала сегодня. Внешний слой взломать — это минимум месяц. Ускорить можно? Ну, подключи меня к узлу. Или можешь ждать месяц. Значит, к узлу. Как действуем? Достаточно будет доступа к шлюзу All.com, а оттуда по удаленке. Сделаю. Так, что мне надо сделать? На здание УКОМ залезть должно быть просто. Я отметила тебе на пульсе шлюз данных. Подключись к нему с помощью перчатки, и у меня будет управление. Хорошо. Шлюзу с помощью перчатки какой-то там будем подключаться. Ну, что на пульсе? Привет, Ной. Фейт поможет мне перенаправить процессорную мощность шлюза. А в чем проблема? Почему она не запрыгнула? Хочется быстрых, резких действий, но ты видишь, как получается. Видимо, точно. Они хорошо защищены, Фейт. Просто чтобы ты знала. Yes! Фейт, чтобы дойти до УКОМ, надо пересечь Тьюринг-авеню. Осёл в духовке? Это что такое? А, понятно. Ломай. Я в здании Олком. Отлично. Шлюз данных там высоко. Ну пошли, пошли, пошли. Чем занимаешься? Детей собираюсь рожать. Так, я так понял, пока мы очень удачно так отниндзявали, никто нас не заметил. Ладно, извини. Рядом высокий офис WFYO. Тихо, тихо, тихо. Давай попробуем через W, там я не знаю, хрена W. Так. Охрана меня радует. WFYO. У них есть лифт с доступом снаружи. Ага. Может, выведет наверх. Давай. Что, меня не заметили, да? Давай. Время гениальности. Но попросил вас отнести добытый носитель хакеру по имени Пластик, которая оказалась эксцентричной девушкой-подростком. Пластик выяснил, что этот носитель из Омнистат, враждебного северо-западного соседа Каскадии. Чтобы взломать сложную защиту носителя, Пластик нужно больше вычислительной мощности. Она отправила вас в ближайшее здание Алком, чтобы вы обеспечили эту мощность. В здании вам нужно будет лишь перенаправить данные со шлюзы, на этом все. По крайней мере, так говорит Пластик. Ну, я сомневаюсь в этом, конечно, так и будет. Накопитель потрясающий. Огромная емкость. Не ожидала, что у Омнистат такая техника. Значит, тот, кто с ним пришел, шпион Омнистат или вроде того. Так, а что, все? Я видел, что он иностранный, но Омнистат... Видать, что-то важное, раз аж в город Зеркал послали агентов. Возможно, поэтому Крюгерсека повышали охрану. У так них трафик в сети вырос в 10 раз. Даже ничего я не понял. Да, а, все, приехал. Я обрадовался, когда обнаружил агентов Омнистат прямо в центре своего королевства. Что значит королевство? Он же не король? Да нет, я... Так, подожди, здесь что? Подожди, а тут... Подожди, я что-то не понял. Назад. Ну-ка, назад. Чё я не понял? Покажи мне схему. Так, ладно. Так, давай. Да что такое? Чё за бред?
Еще раз. Так как они себе это представляют, я не пойму. Еще раз. Я не понимаю. Еще раз. И что? Да куда ты забегаешь, алло? Наконец. Не прошло и года. А дальше что? Давай, давай, лезь, Фейт. Так, хорошо. Так, здесь тоже стеночка, да? Так, отлично. Хорошо. Так. Что такое? Где я? Так, и что теперь надо сделать? Там где-то что-то красное я видел. Тихо, тихо, тихо. А дальше что? Так. Так. Ладно. Здесь тихо, центр. До свидания. Что здесь дальше делать надо? Я нашла шлюз данных. Подключаюсь. Музончик хороший. Есть. Начинаем и... Чёрт. Чё, полиция, пулемёты, автоматы? Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олком. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, о ней. Конечно. Я пусть не задерживается. Чего бы ей? Я... Ай! Твою мать! Что я делаю вообще? Так, а дальше? Да давай! Да! Твою мать! Все, вырубил я ее, да? Какой я... Сильный женщина. Тихо. Куда ты полетела? Ну что это было?
Так. Иди сюда, родная. Так. Ага. В следующей жизни. Что происходит? Я не понял. Или я зашел уже? Так. Готов, готов. Все? Размотал я это? Какая-то непонятная. Может понадобиться помощь. Так. Да давай уже, рубани его, ну. Да. Все. Готово. Хорошо. Так, теперь сюда. Тихо, тихо. Почему это все быстро нельзя делать? На ходу мне непонятно совершенно. Вообще причем. Так. Это что? Что я взял? Запись. Этот вариант я исключила. Может, ты поела? Я завтракала. Да слезь уже. 9 часов. Прости, но я так близка. Вот он рядом, мне бы только... Так. Как там есть? Я отвел их к Ною. Здесь только ты, я и твой потрясающий мир. Хорошо. Не чувствую себя потрясающим. Подожди, мы а... Эй, вовсе нет. Вниз едем. Хорошо. Моя работа изменит Аркадию навсегда. Изменит мир навсегда. Давай, прыгаем дальше. Девочка, что ты, дура, делаешь? Ой! Ой! А что делать-то надо? Что делать-то надо? Давай, 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 давай. Так, хорошо. А. Вырубили меня. А, главный терминал. Да, это бегущий. Видишь, как я тебя втащил. Все, готов? Так, справа. Вот так. Хорошо. Готов, отлично. Да не, ну это брать смысла никакого нет, насколько я понял. Во, взаимодействие. Нашла переключатель. Сейчас, короче, бригада целая припрется, да? Я знаю, но они закрыли комнату. Я над этим работаю.
работаю. Так, лифт. Так, спецзащитник, класс тяжелый, ближний бой. Ну, замечательно. Понятно. Драться придется. Это как? Охереть. А как это? Хорошо. Вот он. Давай, давай, алло. Ах ты, сука. Все, да? Меня нету, да? Или я еще есть? Тихо, тихо. Да сколько в тебя воткнуть надо, мразь? Все, что ли? Я их размотал? Ты посмотри, а? Сюда. Вот мразь, а. Тебе это не должно нравиться. Тебя убить должны, мразота. Сюда. Кто меня уработал? А, так их двое. Вот так. Да, говно это. Так. Все, комната открыта, я закончила. Тебе надо идти к узлу. А где она? А, вон она. Я думала, что смогу управлять узлом через Олком, но фаервол не разрешает. Фаервол ей не разрешает. Иди кучи нахер. Пластик, херастик, или как тебя там зовут. Пошел отсюда. Ну, беги! Да-д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 а. Я вышла. Отлично. Узел недалеко от тебя. Ладно. Оу! Куда я прыгнул? Так, и что теперь? Бежим. Сеть состоит из узлов. Все данные в каскаде проходят и фильтруются через них Олком. Я давно хотела подключиться к такому, но не знала, как это сделать. Лошара! Давно она хотела. Свои пульсы к сети. Говорят, там много полезной информации. А ты так делал, Ной? Так, ладно, дорогие друзья, я на этом на сегодня закончу. Сегодня тестировалась новая карта. Еще буду смотреть, ковырять, чтобы снизить нагрузку с процессора. Спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто смотрел. И всем пока-пока и до новых встреч, друзья.